Проблемы сел и деревень решают депутаты сразу из 4 районов области. Сегодня на их вопросы ответят представители департаментов, замгубернатора и члены законодательного собрания. К властям региона у местных народных избранников вопросов много. В селе Панфилово Муромского района, например, нет детского сада. Его закрыли еще 6 лет назад. И с тех пор 70 малышей ютятся в группах на территории местной школы. В этой же группе, значит, они и кушают, и спят, и играют. Но когда их заселяли в здание детской школы, значит, не отвечало, ну, временно. Значит, пол, по которому они ползают, детишки там двухлетние, линолеум на бетонном полу. Вопрос на контроль взял департамент образования. Решать проблемы на общем собрании для 33-го региона стало уже традицией. Встречу сельских депутатов инициировало законодательное собрание. В прошлый раз собирали депутатов в Вязниках. Теперь дошла очередь и до Судогды. Здесь народные избранники из Муромского, Гусь-Хрустального, Судогодского и Меленковского районов. Депутаты сельского уровня, они наиболее приближены к нашим гражданам. Они, ну, фактически живут на селе, они знают проблемы изнутри. И, конечно, нам очень важно сейчас обмениваться мнением по самым разным вопросам жизни и развития нашего региона. Сегодня путь может быть только один. Это открытый диалог с людьми. Путь только один. Это честная позиция, принципиальная позиция и открытая позиция в решении всех вопросов социально-экономического развития. И очень важно сегодня в том числе, это поддержка общественных организаций, молодежных организаций. То, на что я сегодня попросил уделить внимание от имени губернатора. В сельских поселениях проблем хватает. Например, не ловят мобильная связь, а старые телефонные линии удалили из-за сгнивших столбов. Деревенские старики даже не могут дозвониться до скорой. Еще одна вечная проблема – очистные сооружения. В маленьких населенных пунктах люди задыхаются от запаха нечистот. А все потому, что с объемом работы старые очистные не справляются. Но больше всего вопросов к здравоохранению. Почему вот такая вот, ну не знаю, там позиция, может, и области, и больницы, когда я иду с талоном, талонов нету. И меня стоит в самую последнюю очередь. Приоритет идет у врачей. Платным талоном. Депутаты жалуются. Попасть к врачам невозможно как в районах, так и в областном центре. Не хватает талонов, не хватает специалистов. А для того, чтобы получить справку в детский сад, обходить врачей приходится за полгода. Народные избранники выдвигают инициативу вернуть осмотры детей в детских садах. У департамента здравоохранения ответ один. Плановая помощь, она в плановом порядке. Человек может записаться согласно законодательству тремя путями. Это в электронной записи, это через портал медицины 33 или регистратура 33. Сейчас через госуслуги эта запись идет. Вторая часть – это по телефону, либо придя в поликлинику при обращении. Эта помощь, она регламентирована. Каждый вид помощи регламентирован. Сколько человек должен, может ждать. Но по детским садам к депутатам все-таки прислушались. И обещали вопрос рассмотреть. В следующий раз рассказать о проблемах своих поселений местные депутаты смогут 14 июня в Юрьев-Польском. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6-й канал.